Роман Борискин родился и вырос в Азербайджане. Сегодня он глава Ассоциации русской молодежи страны. Подчеркивает, Азербайджанская республика поистине стала для него родиной. Как вам здесь живется? Отлично. Слава Богу. Очень хорошо, комфортно. Знаю язык идеально азербайджанский, как свой родной. Никаких сложностей. Недавно ездили в Чучук-Мерджаны, кстати, тоже без проблем. На азербайджанском можете что-нибудь сказать про Азербайджан, про город Баку? Азербайджан – моим ветеринам, Бакина чок стирам, чок северам. В Ассоциации русской молодежи Азербайджана приступили к онлайн-сотрудничеству с молодежью. Новый сайт arma.az, презентация которого состоялась в Баку, станет настоящей находкой. Это и новостные рубрики, анонсы планируемых мероприятий, а также огромный спектр полезной информации. Проектов у ассоциации много, как проведенных, так и запланированных. Новогодние несколько праздников намечаются впереди у нас. 12 по 15 числа приедет педагогическая делегация с Москвы, с МГИМО, из других университетов. В принципе, мы будем проводить такой, скажем, мастер-класс по русскому языку. Мастер-классы – больше повод для сотрудничества, говорят члены ассоциации, так как знание русского языка в Азербайджане на хорошем уровне. Глава русской общины страны, депутат Михаил Забелин отметил, что представители его национальности, проживающие в Азербайджане, всегда были вместе с азербайджанским народом, как в радости, так и в самые тяжелые времена. Речь о Нагорно-Карабахском конфликте. Если мы вернемся на многие года назад, мы увидим, сколько молодежи были награждены орденами и медалями, участвуя в этом конфликте, давая отпор вражеским силам армянским. Многие из них награждены орденами и медалями. Есть национальные герои, такие Юра Ковалев и многие другие. Это же наша молодежь. Не пожилые люди шли защищать территориальную целостность Азербайджана, а именно молодежь. Ассоциация русской молодежи Азербайджана сотрудничает со многими неправительственными организациями, вливается в общественно-политическую жизнь республики. Каждый из членов ассоциации владеет азербайджанским языком. Что примечательно, в планах у них и дальше жить и реализовываться именно здесь, в стране, которую они считают своей родиной. Михрибан Касумова, Намик Гасанли, CBC.